Доброе утро, я в Пензе. Следующий путь Самара. Уфа. Челябинск. Курган. Петропавловск. Исилькуль. Омск. Ивачиирский монастырь. Барабинск. Новосибирск. Удинская или Убинская, что ли? И тут вот хотят дорогу сделать. А в Барабинске дождик. И я купила себе беляш. Вот, блин, Сибирь. В Новосибирске солнышко, в Барабинске дождь. В озере Карачи тоже солнышко. Кстати, станция озера Карачи или Карачи, не знаю. И я купила минеральную воду, которую производят тут. Вот и из Омска мы тронулись.
Раз у меня есть 1:17, чтобы погулять спокойно, без беготни. Так вот ты какой сказ об Урале. А я в прошлый раз и не видела. Так спешила, так бежала, и только тетенька, которая мне магнитик продавала, уже на перроне сказала, что это сказ об Урале. Ну, вы, говорит, вышли и прямо на него смотрели. А я и не смотрела. Вот дурочка. А в здании вокзала очень много военных. И дембеля поехали. Дембеля — это так трогательно смотреть, как встречают мальчишек из армии. Я чуть не расплакалась. Вот, например, сзади меня еще одного дембеля встретили. И в нашем вагоне ехал дембель. Едут мальчишки домой, едут. А в здании вокзала, не знаю, в странной форме военные, уезжают, наверное, только куда-то, не знаю. Надеюсь, что не в Белгород. Челябинского солнышка чуть-чуть. Ну, не жарко, конечно, в Новосибирске было теплее. Но, тем не менее, ветра такого нет, ужасного, пронизывающего. За моей спиной, вон там, есть магазинчик продукты круглосуточный, но там не принимают карты. Можно переводом, но тут очень плохо грузит моя связь, МТС. Ладно, сказал, где-то на углу есть выпечка, должна работать. Утренний Челябинск. 6 утра. Город просыпается. Еще нет пробок. Еще движение такое вяленькое. И руки мерзнут. И мы теперь в последнем вагоне. Ох, и мотать будем. Ну все, скоро из Челябинска мы отчалим. По 2 минуты стоим, никуда не выпускают. Блин, мяс, кажется, солнышко. А сейчас проезжаем табло вокзала, +6 всего. Бррр. А из окна, кажется, тепло. И мальчишки дембеля едут. Еще один сейчас вышел дембель.
мясо на Златоусте. Но я уже плюнула фотографировать и видео снимать, потому что не передает красоту совсем камера. Глазами это намного краше. Еще и зигзагами дорога идет. Красота. Красоту продают. Так все хочется в Кропачево. Но даже в ларьке не принимают карту. Только наличка или перевод. Блин, так обидно. Вообще, такая красота. Даже пожрать ничего не купишь тут. Все только за наличку. А переводом у меня тут ничего не грузит. Но тут уже теплее, хотя я все равно... куртки. Ладно, еду в Уфе в 4 часа вечера куплю. А тут просто на красоту посмотрю. Маслица, чё только нет. И все зараза за наличку. Вода, лимонад, колбаса, доширак, сигареты, хлеба, кому хлеб, колбаса, доширак, вода, лимонад, сигареты. Обед, хотя для меня скорее ужин. Ну да, шел второй день пути после бессонной ночи. Ну, для Уфы сойдет.